Милые, любимые, неповторимые, самые искренние слова восхищения сегодня посвящены прекрасной половине человечества. И я хочу поздравить вас строками стихотворения Яна Райбурга. «Дарите женщинам цветы, дарите женщинам улыбки, дарите женщинам стихи, прощайте женщинам ошибки, дарите женщинам любовь, дарите женщинам удачу, пусть заиграет в жилах кровь, и пусть они от счастья плачут. Милые женщины, будьте любимы и счастливы!»